Искать надежные финансовые инструменты для обеспечения инвестиционной стабильности поручил глава государства правительству. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в таких непростых условиях международной турбулентности очень важен поиск надежных финансовых инструментов, которые могли бы обеспечить стране инвестиционную стабильность. Особую роль в этом деле глава государства видит в действиях Международного финансового центра «Астана», а поэтому он поручил правительству подключить его к мировой инфраструктуре. Это позволит укрепить доверие иностранных инвесторов и торговых партнеров, что является приоритетным для Казахстана. Стране нужны новые надежные источники, а для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями. В этих условиях площадка МФЦА с ее регуляторным режимом и международным правом выглядит привлекательной. Поручаю правительству совместно с Национальным банком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами. Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики. На этой встрече президент Казахстана говорил и о необходимости выводить национальные компании на IPO. Это позволит рядовым гражданам покупать акции национальных компаний и получать дивиденды от вложений. Так и формируется инвестиционная культура, считает Касым-Жомарт Токаев. Причем участие в IPO должно стать доступным для всех жителей Казахстана.